Легендарный отечественный вездеход, которому не страшен ни дождь, ни снег. Совершенно новенький трехдверный внедорожник с кондиционером и электроприводом почти год стоял на въезде в городское транспортное предприятие. Это подарок за образцовую работу водителя общественного автобуса, чье имя стало известно сегодня. Конкурс стартовал в начале 2020 года. Руководство предприятия совместно с профсоюзной организацией решили промотивировать наших сотрудников, лучшие из лучших, который прошел всю конкурсную, скажем так, конкурсный отбор. Его выбрали, и сегодня мы ему вручаем суперприз. Масло в норме, да? Да, масло в норме, антифриз норма. Быть первым ему не привыкать. Под номером 1 Василий Чупятов ездит уже 5 лет. Маршрут – Красная Глинка, ЖД «Вокзал» – один из самых сложных в Самаре. Василий второй в семье водитель городского автобуса, пришел в профессию по стопам отца. Ни одного нарекания со стороны коллег и пассажиров в ДТП не замечен. С дополнительной нагрузкой он бригадир всего маршрута, справляется безупречно. Такой подход к работе удостоен награды. Просто неожиданно, я не ожидал, если честно. То есть, когда стоял на стеле, это Нива, я не думал, что я ее получу. И все-таки мечты имеют свойство сбываться. Чаще, если их не просто ждали, но и добивались упорным трудом. Немного волнуясь, Василий заводит теперь уже свой новенький внедорожник. Вечером будет что рассказать жене. Несмотря на свой возраст, Василий является бригадиром на одном из востребованных маршрутов нашего города. Вот, является водителем-наставником. Хотелось бы, чтобы молодые сотрудники уходили не в такси, скажем так, а занимались более престижным таким видом деятельности, как пассажирские перевозки, перевоз пассажиров в нашем любимом городе. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.